Знаете, кто самый опасный человек на Земле? Это не пьющий человек. Бедствие для экономики. Он не покупает алкоголь, а значит, лишает государства доходов от акцизов. Он не травит свой организм и меньше болеет, поэтому не тратит деньги на лекарства и врачей. Настоящий вредитель для системы. А еще он в среднем проживет на 15 лет дольше. А значит, ему больше нужно платить пенсию. Непьющие свободны в своем выборе, а значит, им трудно манипулировать. Пьющих бесят непьющие, их считают ненормальными, потому что они выделяются из толпы. Но не пьют они как раз из-за того, что здоровые и нормальные. А чем опасен ты?